Всем доброе утро. У нас уже 7 часов утра. Я тут готовлю завтрак понемножку. Поставила Дэвине кашу с бананом уже. А сама буду доедать сырники, которые вчера готовила. Кстати, так как эти сырники совершенно не сладкие, ну, иногда сладость попадает из-за того, что есть финики, кусочки. Я их вчера намазывала аджикой и вместе с салатом вообще пошла на ура. Типа, знаете, вместо хлеба. Так, у меня тут, конечно, немножко осталось. А, 4 штучки я сейчас вместе с аджикой. И пожарю себе, наверное, 2 яичка. Яички, яички. И все, поедем тогда на станцию уже. Посажу их на поезд. Вернусь домой, соберусь, переоденусь. Что-то поделаю. И после обеда у меня в планах поехать в центр города. Походить по магазинам, зайти на базар, купить фрукты, овощи. Так что вот такие вот дела. Ладно, будем готовиться к завтраку. Вот такой у меня сегодня завтрак. Должно было быть 3 яйца, но один маленький человек в этом доме у меня его забрал. Оладушки с аджикой, огурчик и немножко кофе попью. Хотя по привычке все время делаю большую кружку. Ну ладно, всем, кто кушает, приятного аппетита. Знает, куда пропадали, пчелами летали до утра. Везет и танцы унесет. Там ту-ту приехала. Мы уже пришли на станцию. Смотрим опять на поезда. Или это электричка, не пойму, не видно отсюда. На. Даяночка, ты пошла? Нам следующий надо ждать, это не наш. Такая деловая колбаса. Все, поезд уехал. Сейчас наш через минут 10 тоже будет. Все, пока-пока. Все, девчонки уезжают. Пока-пока. Даяна! А, она ж там не слышит, что я кричу. Такая вообще смешная. Все. Я уже собралась, оделась. Сейчас хочу пойти на улицу, думаю, куда мне ехать. Чтобы так, знаете, чисто одной погулять, походить спокойно. Сейчас, кстати, пришла посылочка мне с Алиэкспресса. Такая малюсенькая, я не помню уже, что я заказывала. Сейчас, кстати, открою сразу, чтобы потом не забыть. Так, вот ножнички как раз у меня тут. Все время боюсь такие маленькие посылки открывать. Знаете, мало ли, что там опять заколки пришли. Почему они разом не выслали мне сразу все? Зачем вот это вот по одной выслать? Я у одного продавца заказала. Знаете, какие бабочки. Кстати, те резинки и заколки, которые я вот недавно заказывала, кто помнит, мы уже практически все растеряли. Я не знаю, куда мы теряем. Мне, кстати, на фотках они больше нравились, чем вот так вот. Такие вот резинки. Ой, заколочки. Плохо видно. Так, мне осталось прибрать кухню и развесить стирку. Я ставила, потому что режим подольше стирки. И вот как раз он только-только буквально достирал. У меня тут, смотрите, как все. Чтобы тук-тук наш кролик не убегал. Завтра, кстати, кролик уже едет домой. Так непривычно. Ну ладно. Мне не хочется уже с ним возиться.
так постоянно. Знаете, за ним же все равно тоже надо следить, чтобы он ничего не сгрыз. Везде двери держать закрытыми. Ладно, пошла я развешу стирку, и тогда буду куда-то выходить, не знаю еще пока. Буду уже думать, когда, наверное, выйду. Или просто поеду, и все, и поеду. Так что беру вас с собой. Только что домой. Кошмар. Так как я хотела походить, у меня не получилось, потому что было нереально жарко, просто вот невыносимо. Я ходила мимо этих зданий, пыталась найти где-то тенечек, настроение пропало уже практически сразу, как только я приехала в центр. Короче, то, что я хотела, я не сделала. Ну, в принципе, немножко прогулялась, и так нормально. Но больше по такой жаре я не поеду. Так, зашла на базар, зашла в магазин с одеждой, купила пару вещичек совсем чуть-чуть. Так, купила я черешню, вкусняшка такая, и чернику. И, кстати, меня обманули. Я просила по полкило всего. Тут у меня 500 грамм ровно, 503 даже. И тут 524. Я понимаю, да, они хотят заработать все, но, блин, сколько же денег они в день тогда делают на этом обмане? Неприятно. Так, купила вот такой вафельный тортик. Такую какую-то фигнюшку. Не знаю, это старший. А может быть, я попробую. Крекеры соленые, сырные. Салатик. Сейчас пойдем, кстати, давать тук-туку. Укроп еще взяла. Потому что на заморозку, пускай будет, мы очень его тратим быстро. Особенно я делаю всякие различные соусы, супчики, салатики. Нормально, пригодится. И еще такие крекеры купила, потому что очень они вкусные. Мы их очень любим. А в Сенсай я себе купила то, что я показывала на видео. Майка и рубашка. Вот, смотрите, какой офигенный рисунок. Это я буду Даяне на день рождения одевать эту маечку. У нас как раз будет желто-бело-золотое все. Посмотрите, это нереально круто. Я когда ее увидела, все, я сразу поняла, что она моя. Поэтому взяла еще к ней вот такую рубашку, потому что пуговички у нее, эти заклепочки тоже такого цвета. Но мне кажется, выглядит офигенно вообще. Она такая, знаете, довольно-таки легкая, но и плотная. Так что вот такая вот красота. И Даяшке взяла еще маечку одну. Такую вот. Смотрите, какая она прикольная. Стоила всего лишь 99 центов. Так что будем носить. Так как она у меня очень-очень худенькая, я которую майку покупала вот на днях, позавчера, я так понимаю, да, позавчера, тоже взяла 86-го. Она на нее села хорошо, чуть-чуть свободно. Но отлично, и поэтому я взяла еще раз 86 размер в этом же самом магазине. И вот такую красивую. Очень она приятная на ощупь и красивая. Все. Так,
Где наш? Тук-тук. Тук-тук. Ты где? Тук-тук, иди, я тебе салат принесла. Тук-тук, на. На. Ты сладкий какой. Ух ты, как он кушает. Свеженький. Вкусный, ароматный. Да? Ой, как он с удовольствием кушает. Я бы сама сейчас поела бы салата этого. Но мне сейчас так лень салат делать. Сейчас съем курицу, которую на обед жарила себе. Хотела, конечно, подливу, но опять же было лень делать фарш. И огурчики погрызу, а завтра у меня будет салатик тогда. Боже, вы не представляете, как он пахнет свежо. Тук-тук, тебе вкусненько? Я верю, что тебе вкусно. Я специально тебе ходила, выискивала самый лучший салат. Чуть сладкий какой. Как он сладенько кушает, да?